Разогреть вас. Для вас будут петь очень крутые ребята, и я предлагаю послушать, мне самому интересно. А после всех этих мероприятий мы еще покажем на большом экране спешл Джимми Карра, очень крутого стендап-комика в хорошей русской озвучке, и это будет круто. Вы сегодня настроены вообще или как? Да! Сейчас выйдет акапельная группа. Я не знаю, что сейчас будет происходить, серьезно. Это все получилось в последний момент, но я думаю, это будет как минимум прикольно. Да, вы можете сказать, мы после мероприятия вы можете рассказывать, друзья, мы не понимали, что происходит в зале. Ну, по крайней мере, ребята красиво пели, да? А давайте громкими аплодисментами повстречаем их. Это группа Эмми. Друзья, давайте сюда. На самом деле немного странно вот так выступать, но завтра будет еще страннее. Почему мы здесь? Завтра мы едем на совершенно непонятный фестиваль «Акапелла Москва». Соответственно, нам просто необходимо открыть программу, ну и заодно порадовать вас. Если получится порадовать, да. Если кому-то тут будет некомфортно, на кого-то будем выступать, то... Извините. Начнем мы с немножко непривычной, наверное, в этих стенах. Композиции, это Фрэнк Синатра, Эд Тайт. Ну, а дальше по ходу все его знаем. На самом деле, Пентатониксы, ну, мы их любим, потому что они классные,
особенно в студийной записи. Но мы их не любим, потому что катастрофически неудобно пить. Ну вот, вот. Не для того они. Так что, Carol of the Bells. Да? Да. Да. Something Tells Me и I'm Into Something Good.
в оригинале это, кажется, The Turtles и еще какая-то группа. Еще Capital Gather Beatles, популярная часть, хорошо. Да, согласен. No.
Можешь поговорить с ним?
given up on you. If you want me to say something, I've given up on you. I'd be the one if you want me to say something. I've given up on you. Thank you.
Right.